Крупный пожар случился сегодня ночью под новым мостом через Волгу. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, сигнал о чрезвычайном происшествии поступил в службу спасения в полночь. К месту происшествия по адресу улицы Куйбышева, 62 и 64, выехали пожарные расчеты. Горели сразу два неэксплуатируемых строения напротив Альпаш-Гранд-отеля. Здания выгорели полностью. Общая площадь пожара около 400 квадратных метров. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.